Авария с участием двух транспортных средств произошла на улице Пластунской в микрорайоне КСМ. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор. На записи хорошо видно, как водитель ВАЗа обгоняет по встречке автомобиль и врезается в Део Матис, который выезжал с второстепенной дороги на главную. От удара малолитражка снесла металлическое ограждение и врезалась в забор. О пострадавших информации нет. На улице Гагарина в центральном районе Сочи старое дерево, росшее у обочины, упало на автомобиль скорой медицинской помощи во время его движения. Об инциденте сообщили очевидцы. К счастью, никто не пострадал. Через некоторое время ствол дерева был убран с проезжей части дороги. В Сочи хэтчбэк слетел с дороги и опрокинулся на крышу на Мамайском перевале. Судя по всему, на спуске водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся на крышу. О пострадавших неизвестно. Очередная кража была совершена и попала в объективы камер наблюдения в одном из торговых центров Сочи. На кадрах хорошо видно, как мужчина берет с полки солнцезащитные очки и незаметно убирает их в карман своей куртки. Затем покидает магазин, так и не расплатившись за товар. В Сочи накрыли нелегальный пункт обмена валюты. На одной из улиц в самом центре курорта оперативники задержали 36-летнего организатора и двоих его сообщников в возрасте 38 и 56 лет. Установлено, что они без необходимых разрешительных документов покупали и продавали иностранную валюту. Полицейские изъяли у них российские и иностранные купюры на общую сумму порядка 9 миллионов рублей, а также прибор для подсчета и проверки денег. В действиях задержанных лиц усматриваются признаки незаконной банковской деятельности.